Что ж, мы находимся на концертной площадке города Судак. Здесь очень интересная... Нет, девчонки, пока нельзя, мы на саундчек идем. Девочки просили сфотографироваться, я объясняю, что мы сейчас идем на саундчек, пока не можем. Вот. Вот наша площадка. Ярик. Ребята. Привет. Что, Лена и Женя? Надо было вписать про доверенность, нету. Вы же имеете право, покажу. Бас. Мы ее увезем куда-нибудь. Уже можно подключать гитару? Да, уже все подключено. Вау, круто. Мы прям приехали. Даш, привет. Привет. Мы сегодня, да, все очкастые. Моя гитарка. А сейчас будет проходить саундчек. Я это, наверное, покажу все. Если я пойму, как это делать. Господи, мне страшно. Сейчас, смотрите. Сейчас. Это сделано для того, чтобы мы не забыли, в каком городе мы выступаем. Я снова здесь. Мы проводим сейчас саундчек. Сейчас чекается Женька. А пока... Я хотела тебя познакомить. Сейчас я сделаю. Вот. Я хотела тебя познакомить с одним из самых лучших гитаристов. Маленьких мальчиков, которого я знаю. Привет, Ярик. Привет. Как дела? Отлично. Прикольно. Вот этот молодой человек лучше всех играет на гитаре. Я еще такого не видела. Надеюсь, ты еще продемонстрируешь нам жесты. Да. Ну, я так не умею, я так, типа, подыграю немножко, так, типа, чуть-чуть. Я только так, я иногда изображаю. Я вообще играть, если честно, вообще не умею. Вот. Ну, а? Ярик, кстати, нет, очень хорошо умеет. Он просто стесняется. Ну, ладно, что ж, не будем мальчика смущать. Вот. Пойдете посмотрим, как чекается наша Женечка. Женечка. Что ты делаешь? Настраиваешь? Прикольно. Она не играет? Жалко. Смотри, сколько у Женьки клавиш у нас. Классно? Ты считаешь их? А так по разу. У меня руки трясутся. 37 клавиш? А сколько здесь? О, заиграла! Это заиграла так, как раз верхняя клавиша, вот эта маленькая. Что-то какая-то красная. Это почему? У меня какое-то ночное освещение, что ли? Что-то включила. Больно. Что со мной происходит?
Нет, нормально, это просто, наверное, какой-то свет так отдаешь, что я получаюсь красным. Ну так вот, я вам хотела, если этих девочек еще не выгнали, я хотела вам сказать девчонкам, которые уже на самом чеке. А, нет, смотрите, их выгнали, а нет, вон они там есть. Или там есть, смотрите, вон там. Смотрите, они нас фотографируют, а мы их. Нас снимают, вот махаем ручкой. Нам махают ручкой. Так, раз пою интересно, я буду молчать. Леночка отстраивает свой микрофон. Лен, скажи с наслаждением. Вчера не было такого. А скажи с отвращением. А с возбуждением. Оу, Теперь девчонки, по-моему, где-то в другом месте. Сейчас с другой стороны, пойдемте их снова найдем. Они, ты их видишь там? А где они? Вот так вот эти. Они махают нам, смотри, клево. Наверное, эти же девчонки будут на концерт. Ну, пока идет недалеко к этому концерту. Ладно, мне пойду дальше готовиться. Это все, что я хотела тебе пока показать. Так что видимся попозже.